Декаду пожилого человека открыли в Музее минералов в минувшую пятницу. Главными героями вечера стали участницы клуба «Калейдоскоп». Они организовали большую выставку. В экспозицию вошли 94 работы. Это роспись по дереву, металлу и пластику. Самой старшей мастерице 92 года. Украсил праздник ансамбль «Современница» Совета ветеранов АЭХК. Солистки исполнили песни о любимом городе. Что в кружке хорошего? Наверное, уход от болячек, от одиночества, от пустого времяпровождения. Вот это же очень важно для возраста. Вот если бы я не руководила кружком, я бы дома лежала и читала. А тут побегать надо. Вот. С выставкой так вообще. Сегодня в клубе «Калейдоскоп» занимается около 20 пенсионеров. Занятия проходят по воскресеньям с 11 до 5 часов вечера. Попробовать свои силы в творчестве здесь может любой желающий. Кружок работает на базе библиотеки в 95-м квартале.